Странные штуки покажу вам, смотрите. Мои эксперименты с рулонным картоном, это который в такую трубочку сворачивается. Вот как картина выглядит по соразмерности. Вот как с моим ростом. Вот это повыше прям. Это эксперименты, это тоже эксперименты. Вчера в деталях не показал, сейчас при солнечном свете показываю, каким образом это все сработало. И вторую тоже. Когда все высохло, прикольно работает текстура такая. Вот она тут же. И это нормально. Результат, сам эффект от этих картин очень нравится. Особенно за то короткое время, которое я на них потратил. Проблема же, смотрите, вот в чем. Тут картон приклеил прямо к наличникам, а тут просто зацепил скрепками. Такими крокодильчиками, такими. И видите, по краям все равно начало его пузырить. Хотя вот в принципе посередине нормально все. В этом вообще ничего не пузырит по краям, ну потому что приклеено. И посередине ништяк. Наверное, вот так как-то более глобально нужно делать. Блин, ну зараза, быстро и клево. Чё-то я прямо радуюсь. Вот этот-то так быстро не получается. И вон те, если доработать, то может быть эпичности будет не меньше. Короче, процесс. Все ссылки в описании к видео. Лайк, подписка. Меня зовут Эдуард Кичигин.